Сегодня в Новобелевском районе Гомеля отбылось тяжкое дорожно-транспортное здарение. Каля 11 годин раницы автомобиль Audi выехал на тротуар и сбил женщину. Трагедия отбылась около кинотеатра «Мир». Автомобиль вылетел на тротуар и проехал по им каля 100 метров. На его шляху оказалась женщина 1940 года народжения, якая загинула на месте. По попередней информации, причиной здарения стало дрэнное самоотшивание водителя, який не справился с кированием. 59-годовый мужчина помер еще до приезда худкой медицинской допомоги. Следственным управлением УСК по Гомельской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская, по установлению причины смерти водителя, а также автотехническая, по установлению технического состояния транспортного средства. Супрацовники следчага комитета звертаются до громадян, якія стали сведками гэтага здарэння, ці маюць записи відеорегістратора з месца ДТЗ, звернуться в управление следчага комитета по Гомельской области по телефонах, якія вы бачите на экране телевизора.